Чиновники Ненецкого округа встали на скользкий путь. Накануне на ледовой площадке Дворца спорта «Труд» прошел товарищеский матч по хоккею с участием молодежной сборной «НАО», игроков ночной хоккейной лиги и сотрудников окружной администрации. За ходом матча с интересом наблюдал Тимофей Жуков. На арене Дворца спорта в этот вечер решался непростой вопрос. Что сложнее, владеть шайбой или управлять федеральной территорией? Сборная округа, составленная из взрослых игроков ночной хоккейной лиги, противостояла молодежная дружина «НАО», разбавленная региональными чиновниками. Под номером 15 за красную машину вышел на лед глава региона Александр Цибульский. На коньки в этот день встали и руководители окружных ведомств. Это идея ночной хоккейной лиги, федерации хоккея, ледового дворца, администрации устроить такой товарищеский матч для того, чтобы привлечь внимание к хоккею и к теме событий, которые произойдут в воскресенье. Ну, на майках все написано. В этот вечер все было как в жизни, а вернее в настоящем хоккее. Скорости, интрига, силовая борьба и даже удаление. Руководители департаментов в красной форме уверенно играли в пас, но не всегда поспевали за атаками соперников. Но желание победить было неимоверное. Ну вообще после школы у меня это пятая игра в этом сезоне. Ну и вообще в принципе после школы. А правый нападающий. Вообще очень интересно, супер. Организаторам спасибо огромное. Удовольствие неимоверное. Игра получилась щедрой на голы. Многочисленные зрители, особенно малыши, были в восторге. После финальной сирены на табло 4-3 в пользу молодежки. У победителей дважды отличился Дмитрий Дуркин. Впрочем, проигравших в этот день точно уж быть не могло. Подобные товарищеские встречи решено сделать традиционными. Слушай, замечательная игра. Я помню, я играл, ну, когда совсем было, да, может быть, там было лет 10-12. Ну, да, начал раньше, конечно, лет 7. Потом очень долго не играл вообще. И вот только здесь начал, там 4 или 5 тренировок мы провели. И вот нам пришла в голову такая, откровенно говоря, авантюрная идея попробовать поучаствовать в этом матче. Я не хотел, честно говоря, согласился, только когда сказал, что давайте мы действительно, раз уж мы договариваемся принять этот вызов и тренироваться, то давайте увидим, как мы играем сегодня, а через год попробуем продемонстрировать наши навыки, которые мы приобретем. Ну и покажем пример другим, что на самом деле здоровый образ жизни, занятия спортом, они приводят только к положительным эмоциям, позитиву и хорошему настроению. Тимофей Жуков, Вадим Стасюк, телеканал «Север», Дворец спорта «Труд».